Привет, народ! С вами Финаргот. Что же, наконец-то мы дождались и вышел бандл к The International 2019. Правда, второго сундука еще нет. Собственно, первое, что вы меня спросите, есть ли обуз? И я отвечу, конечно. Причем, как и в прошлом году, можно хоть 10 бандлов себе купить, хоть 100, но единоразово. То есть, если вы уже покупали себе бандл 1 или 2 или 5 штук, больше вы купить на этот аккаунт их не сможете. Потому могу лишь разочаровать тех, кто надеется на обуз, если вы уже купили себе бандл. К сожалению, он для вас не сработает. В данном ролике я расскажу и покажу, как это делать, а также разыграю совместно с Rivalry целых 10 бандлов. А потому не спешите себе его покупать, если, конечно, не планируете покупать сразу несколько. Но сперва о бандле и обузе. С каждым годом бандл становится дороже, но и вкуснее при этом. Это неудивительно, ведь Valve хотят побить рекорд призового фонда. Поэтому в этом году бандл стоит 1950 рублей, а не 1600, как в прошлом. И в него входит не 100 уровней, а 130, а также 9 первых сундуков, 6 вторых и 3 третьих. Второй сундук, кстати, вместе с Маракай выйдет уже на следующей неделе. Так, как же купить себе несколько бандлов? Ведь официально можно купить один, и акция закончится уже в понедельник. В общем, решите сперва, сколько вы хотите купить себе бандлов. Я покупаю 3. На это у меня ушло 1,5 часа. Сейчас объясню почему. В общем, открывайте ссылку в описании, авторизуйтесь через Steam, и вас перекинет на страницу с покупкой. Ни в коем случае не нажимайте кнопку «Авторизовать», просто оставьте вкладку в покое. Далее ждете полчаса, ну или около 35 минут, и в новой вкладке в браузере открываете ссылку из описания. Если вам выдаст ошибку, как на экране, значит время еще не прошло. Поэтому попробуйте обновить страницу чуть позже. Как я и сказал, в сумме должно пройти около 30-35 минут. Появилась кнопка «Авторизовать»? Молодцы! Покупаете на первой и второй вкладке. Вуаля, у вас 2 бандла. Собственно, я хотел себе 3 бандла, а не 2. Поэтому ждал 2 раза по полчаса и купил. Можно вместо одной вкладки купить и в самой доте. Разницы никакой, просто суть в том, что приходится ждать около 30 минут для открытия новой покупки. Думаю, тут все предельно ясно. Теперь же перейдем к розыгрышу. Сперва напомню, что я сейчас в Москве на Эпицентре, где со мной можно встретиться и поучаствовать в роликах. А также вы можете в скором времени принять участие в розыгрыше прошлогоднего Аегиса, подписанного командой OG. Что же, совместно с Rivalry, где вы можете получить возврат до 25 баксов, а также делать беспроигрышные экспрессы, я разыграю 10 бандлов. Учтите, что итоги будут подведены уже в это воскресенье, так что будьте внимательны. Если вы выиграли и не успеете в воскресенье мне написать, вы не получите приз, ибо на следующий день бандлы удалят из магазина. Плюс в воскресенье еще финал Эпицентра, поэтому я все буду делать в спешке, ибо нахожусь не дома. Для участия нужно подписаться на мой YouTube-канал, обязательно включить уведомления в колокольчике, поставить лайк на YouTube под этим видео, подписаться на меня ВКонтакте и в комментариях к данному ролику на YouTube, а не ВКонтакте, написать, на кого вы хотите видеть имморталки в следующем сундуке, и добавить ссылку на свой ВК. Если у вас нет ВК, к примеру, вы житель Украины, вы можете вместо ВК добавить ссылку на свой Инстаграм. Ссылка на мой ВК и Инст есть в описании. Ну и разумеется, если вы добавляете ссылку на Инст, нужно подписаться на мой Инст. Таким образом, я разыграю 5 бандлов. Отдельно 5 бандлов будут разыграны еще среди тех, кто зарегистрируется на Rivalry по ссылке в описании, сделает депозит и ставку. Напоминаю, что даже если вы проиграете первую ставку до 25 баксов, она к вам вернется на счет. Так что вы абсолютно ничего не теряете. После чего нужно отправить свой email в форме по ссылке в описании. Если вы уже были зареганы на Rivalry и совершали данные действия, вам достаточно просто отправить почту. Вы будете принимать участие в розыгрыше. Собственно, в воскресенье я постараюсь подключить стрим, хоть тут и интернет слабоват, но постараюсь это сделать и подведу итоги на своем Twitch-канале по ссылке в описании. Ну и не забывайте, что те, кто сделают репост поста ВКонтакте, получат плюс к карме. А те, кто уже принимал участие в моих розыгрышах в последнее время, прекрасно знают, что это значит. Бандлы я буду выдавать в виде денег на Steam, так что по сути вы сможете купить себе 2 бандла, если захотите, и добавите средства из своего кармана. Напоминаю, что у вас на YouTube должна быть открыта информация о подписках и лайках. Это легко сделать на странице конфиденциальности аккаунта в YouTube, просто сняв все галочки и нажав «Сохранить». Все легко.
Вот как-то так. Что же, скоро увидимся. С вами был Финаргот, и ждите моих роликов с Эпицентра. До скорых встреч, и можете насладиться рулеткой, где я открываю 45 первых сундуков в надежде выбить заветную дровку. Как вы думаете, выбью или нет? Ну что же, смотрите. Пока-пока. Thank you.